вся жизнь человеческая – это идентификация. Он идентифицирует, идентифицирует и не может классифицировать. А этот вот механизм сознания, он что? Автоматически как бы отрабатывает. Итак, женская идентификация. Как это работает у женщин? Первая идентификация – это ощущательная. Страшно или не страшно? У женщины ощущение, что ее ощущает, то есть попытка использовать свое тело в качестве антенны. Следующая идентификация – одежда. Здесь все напрямую зависит от знания, от уровня подготовки. То есть если она видит, например, бренд Camel Active, если она знает, что это такое, соответственно, она понимает, сколько стоит эта рубашка. Не менее 200 долларов – это точно. И уже на основании этого она может делать дальнейшие классификационные выводы. Если, безусловно, она этого не знает, то мы идем к следующему эшелону. Следующий эшелон классификации. Мы переходим на следующий эшелон. Дальше речь. Речь. Как он говорит, а, оно, это гавкает, говорит и так далее. Следующий. Как не получилось идентифицировать по одежде, что-то раздуть себе, ну не надувается. Из одежды, так, следующее, что он говорит. Цепляемся за слова. Дальше. Как говорит и что говорит? Интересно или неинтересно? То есть, ну, есть дамы, которые говорят, 10 минут с ним переговорила, больше не смогла. Какой тупой. То есть, вот, это проявление вот этого такта идентификации. Да. Следующая идентификация. Двигательно-поведенческая идентификация. Как воспитан, как себя ведет, галантный, негалантный, корректный, некорректный, тактичный, нетактичный, на основе чего она так думает, подал пальто, не подал пальто, когда она выходит из машины, подал руку, не подал. Если на основании двигательно-поведенческой идентификации на этой стадии ничего не произошло, не получилось идентифицировать, идем дальше. Опять повторно наступает стадия ощущать. То есть дальше опять тело как антенна. Вот что-то я чувствую не то. Следующий этап идентификации. Визуализативная идентификация. То есть женщина начинает представлять различного рода картины с мужчиной. Но если ей это не удается, то есть она не может представить никакую картину с мужчиной, это следующая стадия, это стадия поисковая. Начинает про него искать гадости. Или наоборот, ну короче, начинает про него разыскивать информацию. Да. Поиск информации. Теперь, как действует мужик? Первый так. Да, первый так называется так. Лицо, ноги, грудь, за, да. То есть первая идентификационная система, которая как бы срабатывает, это лицо, грудь, ноги и задница, да. То есть это автоматическая функция, то есть она мгновенно идентифицируется и дальше сразу же, либо туда, да. Но то, что если хотя бы один параметр не наблюдается и не соответствует, терминал сразу становится неинтересен. То есть отличие мужчин и женщин, как минимум по данному параметру, заключается в том, что женщина сначала ей может не понравиться, потом может понравиться. Да, это тысячу раз может быть. Мужчине, если один раз не понравится, больше никогда не понравится. То есть, смотрите, на второй блок мужчина переходит только в случае, если первый блок отработал. Если первый блок не отработал, она вырезается, даже не рассматривается как идентификационная модель. Давайте дальше. Следующий этаж. Называемый этаж речи. Открыла рот. Да. Вот этот этаж, первый страшный этаж для женщин. То есть, может быть, все хорошо, только рот открыла, все. Идентификация прекращена, возникла классификация дура. Все. Больше не надо. Следующий этап. Да. Так. Дальше начинаются сложные вещи с мужчиной. Первый идентификационный блок, можно ли ее показать людям? Это уже глубокая идентификация. Дальше. Следующая стадия – это степень проблем, доставляемых женщиной и мужчиной. Да, может все быть хорошо, но начинаются что? Проблемы. То есть она взяла и на него вот так вот выгрузила груду проблем. И он думает, я сейчас с ней общаться не начал, она мне уже вывалила кучу проблем. Может, не надо? Может, остановиться? Может, хорош? Следующий так, родители. По сути, на чью сторону становится дочь? На чьей стороне баррикад она находится, какой выбор делает? Если она делает выбор в пользу родителей, сразу понятно, что терминал не проходит. И следующий этап, так называется, ты офигела. Да. То есть... Охренела, потому что
модель поведения уже такая? Да, то есть когда человек начинает снимать витрины магазинов, покупать Bentley за там $200,000 и так далее, ее спрашивают, на каком основании ты себя так ведет. То есть как только она стала самостоятельной, начала самостоятельно принимать финансовые решения, она превратилась в мужика. Так, если это, так сказать, все не проходит, дальше опять групповая идентификация и опять по кругу.